открытых ран. Час роковой, не слышен шаг страха. Крови врага, коварство выдал аромат. Герой сам не может удержать победу. И храм научит ставить криминал в жадно крадёшь сердца игра. Вызов твой принят, кровь закрепая. Вышел живым. Проснёлся утром город, уже, увы, без одного. Шериф достанет револьвер, не испугавшись власти тьмы. Кто черный, а кто красный, и как тянется рука. Он сам решит, какую роль сейчас оденешь ты. Доброе. Желаю всем хорошей, интересной игры. Минуту получает игрок номер один. А, шериф какой-то не знакомящийся с ведущей. Короче говоря, я вот сидел, думал о своих играх. У меня такая цикличность. Два раза черный, красный, два раза черный, теперь снова красный. Все работает, все помогает. Короче, я буду в этой игре помощником шерифа. Может быть, Памела не увидела мою руку, когда я ей махал рукой. Вот он, шериф, и она тут. Точно забыла. В общем, пусть шериф мне доверится, откроется. Сейчас нужно только очки одеть, чтобы видел скрытие. Скрывался с ней с любыми проверками. Буду прикрывать только настоящий шериф. Уже шерифа прошу не беспокоить. Вот. Я игрок красный, и мы должны эту игру выиграть. Ну, просто должны. Вот и все. У меня немного эмоциональный фон. Немного чуть сдулся. Ну, у меня просто эти черные карты, они прямо аж с корнями вытаскивают энергию. Очень сложно. Отыгрывать. Подозреваю немного девятого игрока. Это вот что я думаю. Девятку подозреваю. А так я игрок красный. Спасибо. Время. Минута, игрок номер два. Сарказм. По этому игроку вопрос. Ну, я не знаю. Я не увидел, чтобы мне показали.
стали увидел? Ну, оставьте свою позицию. Я думаю, что семерка, черный игрок. Очень, очень плохо сидит Шелдон. Очень напряжен, потом такая была улыбка. Ну, короче, мне игрок номер 7 не нравится. Я на игрока номер 1 не смотрел, не по пробуждению. Я смотрел на пробуждение на игрока номер 6. Вот. Но я когда был в Москве, несколько раз я понял, что они там просыпаются немного по-другому. И, ну, то есть, то, что я бы в Харькове посчитал по-черному, а они так могут проснуться, ни на кого не смотреть, ну, смотреть не на людей, а на номерки. Вот игрок номер 6 смотрел на номерки куда-то 10 вот так. Секунд. И, ну, ладно, потом подумал, а семерка черная. Семерка черная. С единицей, ну, не знаю, ровно. И у вас время. Минута, игрок номер 3. Ну, дам 1-2 ровные, но поиграю с этими харьковскими друзьями. Мне нравится то, что ЕС показывает, как он себя ведет. Мне этого хватает. А с единицей, знаете, почему поиграю? Просто потому что он устал мафию тащить. Если он и сейчас мафию, мне кажется, он просто сам встанет из-за стола. Поэтому напрягаться не будем. И посчитаем 1-2 больше красные. Согласны? Да я видел. Ну блин, ну что? Ну это ничего еще не значит. Он просто подозрительный. Давайте не будем вот раскрывать сразу все карты. Пусть они сначала поговорят. Я тоже вижу, кто подозрительно сидит, кто расслабленно сидит, кто как-то адекватно, кто как-то неадекватно, кто как-то по-шерифски. Ну это вообще не важно, потому что на самом деле, потому что нельзя поэтому оценивать игроков. Они скажут свою позицию, нам будет проще. Правильно, господин Мустафа? Вот, видите, Мустафа соглашается, наверное, красно. 10 секунд. Какую-то фигню говорю. А что такое? Не знаю, холдер какая-то активная, тоже вроде не по-красному. Ну не знаю, послушаю, тогда скажу. Я и красный, я с 1-2 поиграю. Спасибо. Время. Минута, игрок номер 4. Я не понимаю, там игрок номер 9. Вы хотите, я понимаю, внимание хочется всегда. Зачем, чтобы они вам что-то говорили до того, как вы поговорите? Без разницы, что они видят. От того, что вот они, например, не скажут о вас ничего наперед, вообще ничего. Вы скажете, будучи черной, обалденную речь. Любой игрок, который после этого к вам прицепится, будет подозрительным. А так вы сами себе хуже делаете, если вы, допустим, черный игрок. Или если вы красный, они вас назовут подозрительными. Понимаете? Ну, то есть вы можете себе хуже этим сделать. Зачем вот это вот от них что-то добиваться? Поговорили и поговорили. Хотят подружиться, не вопрос, пускай дружатся. Я сейчас сюда закапываться не буду. А по поводу игрока номер один, если там, вы говорите, если он достал черную, сам встанет. Он не встанет. Вы понимаете, у него там может быть такая мафия, что ему встать окажется больнее, чем сидеть здесь и слушать, что ему говорят. Поэтому, поверьте мне, мафия, как бы ей плохо не было, иногда ее мафия ей сделает хуже потом. Поэтому лучше сидеть и мучиться. На данный момент я играю с 1-2-3 и даже копаться здесь не буду. Можете быть черным, я могу не понимать, и что здесь происходит. Ну, поговорим. Время. Минута, игрок номер 5. Ну, речи игроков... А, доброе утро, город. Забыл. А если я скажу благодарственное слово, я могу закончить слово там другим. Мне просто интересно, вам можно, а нельзя? Если ты хотел, это можно, да? Это можно и мне говорить, да? Ой. Ну, это первый раз, спасибо за то, что меня слушаете. Это очень, ну, реально хотел, ну, только о Москве говорил, когда приезжал, ну, типа, пару раз и все, это очень забавно. А смотрите, 3-4, у них позиция вроде бы одинаковая, но вот Жума мне чуть не нравится. Вот знаете, вот где-то он такой, ну, почему вы это делаете? Ну, вот я не могу понять. А, во-первых, Жума слезал с паровоза, что Шелдон непривлекательный, правильно? Для харьковских игроков Шелдон такой привлекательный, он смотрит не только на Шелдона, правильно? Только о нем говорили. Он только сегодня утром говорил, что считает себя симпатичным, кстати. Ну, Харьков после этого приезжать навряд ли можно будет, понимаешь? Что интересуются ребята, не интересуются. Жума уже не поинтересовалась, понимаешь? И от ТПН есть ничего не скажешь. Я считаю, что двойка скорее красный игрок, с третьим я поиграю, Жума я не поиграю, единицу буду слушать. Он вроде бы начал и неплохо. Ну а потом, как бы, мне и просто посмотрел, вас... что он сказал, что не будем его трогать. Минута, игрок номер 6. Не знаю, кто такой пятый, но он всю вот мою речь озвучил на стол, который я хотела сказать. Потому что когда Жума черная, она говорит вообще ни о чем. Она что-то с девятой там поговорила, позицию поиграла 1-2-3. А, не знаю, второй точно красный, вот как ты сказал. Потому что второй, ну, будучи черный, он уже закинул седьмого, что он черный, сказал, что шестая не понравилась ему. Ну, как по-наглому. Я просто не знаю, ну, как вы тут играете, но для меня это по-наглому, будучи черный, поэтому второй красный игрок. Поэтому пятый это подмечает. Моя команда пока 2-5. Это железная команда, вот. Между 3-4 есть черный, скорее всего, это четвертый. Мне четвертый не нравится. Вот так вот. 2-5 играют. Спасибо. Минута, игрок номер 7.
Да, потому что я выходит, не хочу больше в Харьков ездить, а то еще меня там подворотни сделают что-то вот нехорошее, не на камеру будет сказано. Я не буду с вами ссориться, что вы себе вообразили, я не знаю. Нет, ни в коем случае, зачем мне вас стрелять, зачем? С позиции ученого мне вас стрелять вообще невыгодно было бы в данном случае. Втопите все, 2-3 месяца ученого, я только не считаю черным. Я считаю, что ну закинул, молодец, закинул, только неправильно. Я посчитаю, что есть черный между игроками на 4-6, и я туда запулю проверку. То есть игрока на 5 трогать не буду. И кто на 5 пока поговорил хорошо, нормально. То есть если у меня между 4-6 сидит один черный, пока двойку, пока трогать не буду, если он будет дальше считать, что он как-то меня вот так вот по эмоциям каким-то жутко черным эмоциям спалил, я на игрока на 20 лет. А пока я прошу вас не ссориться со мной. 10 секунд. Будете ссориться, вот у вас проблема. Двойку черных буду искать оставшуюся пока что. Либо там, либо вы, какие номер один. Спасибо. Минута, игрок номер 8. А здесь двойки нету. Мустафа, до меня поговорила тройка черных? Не поговорила. Точно. Предатель. Игрок номер 5. Я подозреваю, что ты мафа вытащил. Эпс. Ну так получается, надо хоть раз задеть. Ну я думаю, что между 4-6 как бы проверять надо. Это озвучивает 7-й, и между 3-7 тоже разбираться. То есть там ребята, кто кого переговорит, ну 3-й эмоционально озвучил по 7-му, да, 7-й пока 3-го не парирует. Я думаю, 1-2-5 выпали со всех команд. Я думаю, 1-2-5 пока посет красный. Ну, круга 2 так точно. Вот. Что-что? Ну, ты говоришь, что 5-й красный. 5 говоришь, что. 4-я черная. Может быть 5-6 красный, 4-я черная. 4-7-9. Это кинул чисто. Кинул, знаете. Небо, дядька, кинул, посмотрел, что там. Потому что 9-я говорит 4-я красная. Типа вступает за 4-ю. Я могу предположить. А серый мне, кстати, предупреждает. Говорил не наживать врагов. Так что извини, братан, не удержался. Спасибо. Минута, игрок номер 9. Давайте так, давайте подумаем о проверке. Просто вы, игрок номер 10, говорите, что тройка черных поговорила. Вы скажете, кто? До игрока номер 8 поговорили трое черных. У меня пока не поговорили, поэтому, ну, не, вы можете быть красным, и тогда мы вернемся. Предлагаю вам проверить игрока номер 7. Находя 7-го красным, мы пойдем разбирать. Что, не надо? Ну, вот я пока так думаю. Мне 8-й красный, мне 4-е больше красное, поэтому чуть не нравится игрок номер 6, но я говорю, что вы точно черный. 2-3, вот, господин Ес, у вас был такой момент, вы такой, я не понял, что мне показывал сарказм, просто как пообщаться со своим черным, и неважно о чем. Не знаю, кто 2-3. Ну, пока не поняла. Первого считают по такой речи больше красным, чуть больше красным. 2-3 не дают цвет, с 4-й играю, с 8-м играю, больше с 5-м играю за то, что как бы, он выпадает. 10 секунд. 6-7 между 2-3 и вот, как вакансия игрок номер 10. Пока так. 4-й я считаю красным. Mm-hmm. Это самый вывод на этом кругу. У меня 4-й красный. И у вас время. Минута, как номер 10. В общем, очень слазенький игрок номер 9, доброе утро, город, присоединилась к 8-му, то, что он считает, что 10-й черный, и дает 4-ю, точно красный, против которой, ну, там ее уже подозревают, и 5-й, и 6-й между 3-4, против про канат, точно знает, что 4 красный. 9 просто на будущее, ну, если вы потом запомнили, кто что говорит. Между 2-7 уже какая-то заруба, 1-2 считает черным, 2-й его не считает, 2-3 вместе общаются, при этом 3-й, а вы говорите, между 3-4 кто-то черный есть, да, игрок номер 6. Поэтому не между 4-6 6-я проверяется, а между 3-4, да нет, подождите, зачем? Ну вы же говорите второму, что считается, что 4 красный, игрок номер 3. Тогда если 4 найдется красный, будут вопросы к 9-му. И подозревает 4-го, она вытягивает 4-го. Вот такой вот расклад. Князь, вы скорее всего красный, будучи вы черным, начали против меня играть, играли бы жестче. А так сладенько закинули, может быть, этим спровоцировали 9-ю подключиться к 8-му. В общем, 6-ю я хочу проверить. Найдется черный, 4-й будет красный, к 9-й будет вопрос. 9-6 мне пока не нравится, 7-2 будем разбираться. А в сухом остатке я никак черный не получаю. 2-5, правильно вы сказали, князь, выпали из всех остатков, красный. Итак, вы сказали все, никто не был выставлен, и на наш город опускается ночь. Все одевают повязки, прижимают нижние края повязок руками. И только главная мафия поднимается револьверы и проходит мимо игроков. Номер 1, номер 2, номер 3, номер 4, номер 5, номер 6, номер 7, номер 8, номер 9, номер 10. Мафия сделала свое дело, просыпается. Don't do it.
игрок, это был мужчина, под четным номером. Угу. Игрок номер два, ваше прощальное место. Какая жалость. Смотрите, я думаю, что пятерка красный игрок, восьмерка красный игрок, четверка. Я подумал, что 3-4 скорее красные игроки. Мне не понравились 6-7, потому что 7 говорит, что это проверка между 4-6. Для меня это плохо. И девятка. Смотрите, я шериф, я проверяю игрока номер 6, это черный игрок. Вот, ну, 6-10 вместе черный. А кто? Ну, шестерка проверенный черный игрок, но семерка я тоже думаю вместе с ней. 6. Амахонда показывал, что 7 вместе черный. Смотрите, я не проверил шестерку, я проверил единицу, единица красный игрок. Но я думаю 6-7-9, тройка черных. 6-7-9, тройка черных. 6-7-9. Единица проверенный красный игрок. Я думаю, что это красный. Помощник шерифа. Привет. Поаплодируем игрок номер 2, игрок номер 8 получил первое предупреждение. Минуту получает игрок номер 3. Скажу так, я бы на месте Еса, наверное, бы сделал похожий глупый ход. Вот серьезно. Потому что я не досчитываюсь одной мафии, мне ее крайне не хватает. Считаю мафией шестерку, считаю мафией девятку. 9-7 связать в одну команду не могу. Восьмерка говорит умные вещи, за это я его считаю больше красным игроком. Десятка, что вы можете сказать по десятке? Вроде 9-10 тоже не могут. То есть девятка вот все просто. И столько на самом деле можно было бы оттолкнуться от проверки девятки, потому что если бы она нашлась черной, мне было бы гораздо лучше. Она дает четверку красной. Она дает на проверку семерку. Если бы они были вместе черные, она бы так точно не делала, если она черный игрок. От этого у меня семерка может быть больше красным игроком. Короче, хочу поиграть сейчас в команде 1-8 и 5. Ну, Махонда так выпали красиво. Я выставляю на голосование игрока под номером 9. Она Принимаю. Очень просит. Я на самом деле хотел шестерку выставить, но она очень попросила, поэтому будет девятка. Ну, считаю 9-6 вот одной черной команды и вот убить. И у вас время. Минута, игрок номер 4. Игрока номер 6. Принимаю. Флэш. Ты спрашиваешь у него про тройку, правильно я понимаю? Ну, я, для меня просто третий скорее красный. А Махонда мне красным просто подарил весь стол вот на блюдечке с голубой каемочкой. Потому что для меня речь была непонятной, но вот я искренне. Я просто не поняла, куда ты меня выбросил из этой ситуации. То есть они все там поиграли в шутку, не в шутку, я с ними в шутку, не в шутку поиграл. Но меня из этой всей катавасии выбросили, и первого он не особо взял туда. Ну, то есть я причем не поняла, по какому принципу. Но потом просто за ним сидит 5 игроков, ни один даже не попытался о Махонде вообще хоть намекнуть на то, что в его речи что-то было не так. Значит, всех это устраивает, значит, ты для всех разный. Я с тобой играю, поэтому я играю вот это вот 1, 3, 4, 5. Надеюсь, ни в ком здесь не ошиблась. 10 секунд. У меня вот из 6, 7, 8, 9, 10, там более-менее ближе к красному 8 игрок, князь. С тобой я и у вас время. Минута, игрок номер 5. Для игрока номер 6 на голосование. Выставлен. Не знаю, может тот период когда... Ну, мне кажется, что я разобрался или нет, я даже не знаю. Вот, я считаю шестерку и семерку черными игроками. Вот, по поводу девятки и десятки, но смотрите, четверку я считаю красной, единица красная, вас я считаю красным игроком. Шелдон скажет свою позицию, ну, может, мы передумаем, правильно? То есть, кто у вас черные игроки, это будет, ну, интересно услышать, мы все слушаем, правильно? С аргументами и тому подобное. У вас-то получается лучше всех за этим столом, но по поводу аргументов имею в виду. Третьего подозревать. Князь мне очень понравился по тому, как он сказал по третьему игроку, что Шелдон по третьему ничего не сказал. Что подозрительным он был, я бы не сказал бы. То есть он достаточно... Вот мне по единице понравилось, как он сказал, по поводу того, что не будем пока его трогать. И ту проверку, которая есть, выставил девятого игрока, а не шестого игрока, что проще было сделать, правильно? Вот, а между вами, ну ничего, мы разберемся, как-то послушаем, правильно? Мы будем сидеть, смотреть, вот князь на вас посмотрит, ну послушает точнее. Нет. И у вас время, минута, игрок номер 6. Я не понимаю вообще, я поиграла с 2-5, с двумя красными игроками. Вот ты, я считаю, тебя красный, тебе назвали красный, второй застрелился. Дальше что происходит? Игрок номер 3 говорит 6-9, черная команда. При этом девятая говорит, что я залезаю жестко на четвертую, говорю, что четвертая черная, девятая показывает, что четвертая красная, говорит в своей речи, что четвертая красная. Игрок, может, четвертая действительно красная, девятая черная получается, которая заступает и тащит четвертую. Игрок номер 3 говорит, что 6-9, черная команда. 6-9, черная команда, 6-7, от кого мне отказаться? Я красный игрок. Вставляю игрока номер 9, вставляю игрока, кто выставлен, господин?
игроки номер 9, 6. В столе игрока номер 7, а ты выставишь 10-го. Ты выставишь 10-го, а, короче, просто 10-й сказал, что 6-9, тоже, понимаешь, у вас 6-9 и все. Я говорю, я готова от своей 9-й отказаться, если я черная. В общем, я не знаю, кто такая 4-я, если 9-я черная, 4-ю посчитаю красной. 5-й красный, 1-й проверен на красный, ну, посмотрим дальше. Такой 7-й, ну, и... Короче, я буду голосовать за свою 9-ю, черную, как вы говорите, спасибо. Минута, игрок номер 7. Ну, потому что уже она уходит. Игрок номер 6, вы не оставляете шанса поверить, что вы красный, потому что игрок номер 5 вас стулит, а вы называете его красным игроком, поэтому опять вынуждены считать красным. Мне его речь не понравилась, что связать игроков номер 7 и 6. Вот откровенно говорю, я прошу проверку между 6 и 4, говорю, что это целесообразно. А вы вяжете 7 и 6 вместе черные, то есть 6 не скрывается уже шерифом, зачем мне это делать? Но 6 поговорил очень плохо, я сейчас проголосую игрока номер 6. На самом-то деле все тут очень-очень интересно. У меня между 8-9 должен сидеть черный игрок. У меня 1-3 красный, потому что игрок номер 3 меня сейчас не топит, хотя имел бы с позиции черного игрока право сейчас топить, стол бы его подержал. Поэтому игрок номер 3 красный. Между 6 и 4 у меня один черный сидел, поэтому 6 черный, 4 у меня получается красным игроком. 6 подлизывается к игроку номер 5, 5 у меня получается скорее красный, потому что игрок номер 6 к нему обращается с позиции черного, и это делать невыгодно. У меня либо 8-9 вместе черные игроки получаются, либо 9-10, потому что 8 закидывает на 10, а одной команды между ними нет. Две минуты, как номер 8. У меня тут опять свою линию, что здесь два мафа. Здесь два мафа нет. Шелдон, подозреваю. Вставляю 9, вставляю 10. Я бы туда голосовал. На 10. Ну, по-любому есть маф. Мы против друга, сыграли. Я надеюсь, ты меня не параноишь. Я понял. Там есть своя фишка. После этого расскажу, чем я так сделал. Я даже не знаю. Просто против меня только Шелдон играет, который подозрительный до всего стола, поэтому мне тяжело, ну, типа, собрать чехлы, как это называется. Вот, я бы голосовал 9-ю, наверное. Вот. Угу. Знаете, что нужно красным в этой игре сделать? Наверное, разобраться между 9 и 10, не по очереди их снимать, а разобраться, кто там черный, кто там красный. Угу. Чтобы не терять право на ошибку. Поэтому после 9-10 мы будем определяться, кого между 6-7 голосовать. Ну, то есть, я склоняюсь снова. Я склоняюсь проголосовать 9, проголосовать 7. Ну что? Что? Ну, 6-я ставит себе невыгодную позицию, понимаешь, то есть, как бы, играя против 9-7, поэтому вряд ли она черная такое дело. Ты шестую давишь тут двум мафу. Короче, неправильно шел, не туда ты играешь, поэтому 9-7, нет. И у вас? Ну, может, 10-7, не знаю. Время. Минута, как номер 9. Так а в чем проблема? Выставляю на голосование игрока номер 7, он же получается у вас черный, а здесь только один черный, и вот там только один черный. Я играю 1, 3, 5, 8, между 4 и 6, объясняю, почему 4-ю посчитала красным. Вы поговорили очень по-шерифски, очень по-шерифски. А когда вас начинают топить, я думаю, сейчас вас проверку отправят, это будет лишняя, ну, ненужная информация, вы все равно скроетесь. Я поэтому сказала, что вы очень красный, показала это князю, которого все красным считают. А потом я уже не знаю, как бы, извините, тут стрельнулся второй игрок. 9-ю. Давай. Я поднимусь, но я ставлю завещание и сыграйте только по моему завещанию. Хорошо? Пас. Минута, игрок номер 10. Князь, я вам объясняю, что после того, как вы закинули, поговорили, не поговорили, я ответил, она подхватила, играет, продолжает против 10-го с вами. Выставляю номер 9 на голосование. 9-6 команда может рисоваться. Она сейчас якобы от кого-то отказывается. Я от 7-го или от 9-го? 6-7-9. Пока хорошая команда. Сейчас уйдет 9. Потом 6-7 выведем по очереди. Потом меня, если игра продолжится, будете думать. Игрок номер 1 вам объясняю, почему вы меня спрашиваете, я вас выкидываю из команды. И правильно сделаете. В сухом остатке могли бы на все ваши шерифы красный. Отлично. Один красный. Супер. 1-5-3-8, я пока играю. А вот дальше будем разбираться. Если 4-9 кто-то черт, это 9, который сейчас говорит 4, поговорила по-шерифски и так далее. 2 с самого начала на 7 закинул, 2 отстрелился. Есть вариант, что 7 черный? Есть вариант, что 7 черный. 6-7-9, она существует, команда теоретически? Существует. Пока поиграем, еще раз говорю, я готов отказываться, вот как и говорит госпожа ТП, от своих черных там сидит. Я готов отказываться, что 9 точно черная в этом раскладе. С кем она? 6-7 там... Время. Минута, игрок номер 1. Я бы сейчас бы снимал 9-ку. Для меня 5-8 игроки красные. Скорее Жума для меня игрок красный. Вот что я думаю. 4-5-8. Мне кажется, Мустафа больше игроком красным. Это вот что я думаю. 5-8 я, ну вот, с вами я играю. Я бы ушел бы и оставил вас бы красными игроками. Мне понравились ваши рассуждения, как вы думаете. Мне кажется, Шелдон черным игроком, вот 7-9, я думаю, ну, вот я сейчас объясню все спокойно, мы никуда не торопимся, у вас черный, между 4-6-1, с 3-5 вы играете, один проверен, и у вас там сидит два черных игрока, 8-го все назвали, и 9-10 не двух черных,
Ну нет, просто, понимаете, 9 называют 8 красным. Этот сказал 3 черных, туда не поговорила. У вас черный только 9, 10, 6. Поэтому 7 черный, 9 скорее черный. Я очень подозреваю 3 игрока. Я подозреваю 3 очень сильно. Для меня 4, 5, 8, 10 скорее красный. Просто для меня, я не знаю. Я бы снимал 3, 6, 7, 9. Вот что я думаю. Просто вы уверены, что шестерки. Я, решайте сами, я отстрелюсь. Я бы Шелдона снимал. Выставляю игрока номер 7. И у вас время выставлено. Итак, на голосование было выставлено 4 игрока. Попрошу брать руки лок с игрового стола, не жестикулировать. Я после слова «спасибо» голоса не принимаю. Пауза до слова «спасибо» у меня маленькая, поэтому определяемся, в кого голосуем. Голосование будет в таком порядке. 9, 6, 7, 10. Еще раз. 9, 6, 7, 10. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 9? Спасибо. 2 голоса. 3 голоса. Я не увидела, конечно, извини. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 6? Спасибо. 1 голос принимаю игрока номер 5. Со словом спасибо. Остальные предоставления. Игроки номер 7 и 9. Посмотрите потом, пока на камере, как я вам говорила. 9, 6, 7, 10 голосуют в таком порядке. Ваши голоса за игрока номер 7. Спасибо. 1, 2, 3, 4 голоса. Принимаю 4 голоса. И оставшиеся голоса, 4, 5, плюс 8, 1 голос отходит игроку номер 3. 4 голоса – это большинство, игрок номер 7 – ваша прощальная минута. Господин Сарказм, вот вы среди… Нет, вот что вы сейчас сделали? Мне вас посчитать черным игроком? Вот вы среди всех, вот вы называли игроком номер 6, 9, гипотетически черный и проголосовали меня. Почему? Нет. На каком основании? Ребята… А то, что Флэш себе что-то подумал, то есть я согласен, что 6-9 могут быть пересечены. Я думал, что голосуется сначала 7, потом я ставил. Это все прекрасно видят. Со мной уходят игроки 6-9 или 9-6. Это не важно. А по поводу него разбирайтесь. Его считаю красным игроком все равно, в любом случае. То есть я не понимаю принцип голосования меня. По логике стола 7 среди команды, 6, 7, 9 голосовался последний очередь. Так дайте мне посидеть, я хоть объясняю. Я хоть объясняю свою позицию, но вы голосуете в красного игрока среди всей этой как бы единственного класса. Так я и голосовал, вы игрока номер 6. Последний игрок 9, 7, я так услышал. Если вы видели, что я ставил вместе с ней. Ага. Что ты в 9 руку не поставил сразу. Игрок номер 8, второе предупреждение. А 9 мог просто добить. Все прекрасно понимают. Я вожу красным игроком. Давайте 6-9 получите, потом разбирайтесь. Время. Спасибо. Поаплодируем игроку номер 7. Он покидает наш стол, а на наш город опускается ночь. И только коварная мафия поднимает свои револьверы и проходит мимо игроков. Номер 1, номер 2, номер 3, номер 4, номер 5, номер 6, номер 7, номер 8. Номер 9, номер 10. Мафия сделала свое дело, просыпается Дон, и он ищет шерифа. Дон засыпает, просыпается шериф, шериф ищет мафию. Шериф засыпает, у нас утро. Утро было недоброе, был выпит игрок, игрок номер 1, ваш печальный мир. Я бы сейчас бы 9 снимал бы вообще, ну понимаете, вот госпожа Холдер, ну что вы обижаетесь? 7 рассказывает, что черная команда 6-9, ему не важно куда, а он 4 руку у 9 не ставит, чтобы была перестрелка, он же ж на тройную не рассчитывает, мало ли там руки идут. Поэтому я ставлю 4 руку. Вот именно. Игрок номер 9, первое предупреждение. Он не поставил вас, а не вы в него до этого. Вы вспомните первую игру, где вы 2 раза проголосовали в своего черного в решающей рукой. И в меня, и в ЕСа. Короче говоря, я подозреваю еще 3. Потому что он показывал под столом ЕСу черный, а этот называет его красный, а потом хочет выставлять 6, а не 9. А голосует просто со мной показательно в 7 игрока. Я, короче, подозреваю 3-7-9. Вот что я подозреваю, 5-8-4. Скорее для меня игроки красные. Я бы снимал 9. Вот что я бы сейчас бы делал. Вот и все. Ну, а игроки 5-8, вы же там скины прокачанные. 10 секунд. Проголосуйте сами. Ну, пришите. 8-5 для меня красный, 7 для меня скорее черный игрок. Не знаю, я бы 9-7-3. Ну, может, я ошибаюсь, и это к лучшему, что лучшие игроки за столом. И спасибо. У вас время. Поаплодируем игроку номер 1, за минуту получает игрок номер 3. А, 4. Игрок номер 4. Хорошо. Для игрока номер 9... У меня эмоционально Холдер, вы вроде как передавливаете, скорее в красную сторону, но только эмоционально.
Но, скажем так, ваше это вот метание с голосованием, оно не самое для меня такое объективное. В седьмого я помню, кто проголосовали. 1, 3, 4, 9. Это я помню. Причем я просто я ступила, что девятая туда, скорее всего, поставит руку, а третий ловит руку первого, поэтому нужно свою придержать и проспала. Я сняла, получается, седьмого, не дала даже поговорить. Но я до сих пор не могу определиться, насколько красным или черным ушел седьмой игрок, потому что он на всех давит, на всех кричит, у него 6-9 точно черный. Я не могу понять, кто у него третий черный. Вот реально не поняла. Он третьего называет красным. Пятый получается вроде красным, а восьмой для меня тоже красный, понимаешь? Ну, то есть в чем проблема? Поэтому в версии 9-10 я тоже не вижу, когда десятый пытается всеми руками съесть девятую, по-моему, даже поставил руку в девятую на первый круг. Поэтому вот 10 секунд. С другой стороны, Шелдона после этого я красным тоже особо посчитать не могу. И у вас время. Минута игрок номер 5. Шелдон красный, только в ситуации, если он ошибается в 3 и в 10 кем-то из них, что 6, 9, 10 черные, либо 3, 6, 9, вот так вот как-то черные игроки, поддерживают стрелин 9 игрока. Ну, смотрите, как, я бы 9 вывел... Пообщался с Мустафой, послушал бы его, как бы он скорее не черный игрок, вот я так думаю, то есть на самом-то деле, то есть, ну, все нормально, вы сказали просто, ну, возможно, мы считали вас почему-то подозрительным, правильно? Мы же там не в Москве. Вот, с четвертой, мне просто она эмоционально чуть не понравилась, а третьего мне речь понравилась. А девятый игрок у вас не... Вы голосовали вместе со мной, как бы поделили в шестого игрока, а потом только в седьмого голосовали. Поэтому даже не показательно того, что вы вывели там седьмого игрока, если правильно в него голосовали. Поэтому сейчас вас покинем, баланс седьмому игроку. Ну, там есть такие красивые слова есть. Вот. И а так все хорошее. Время. Минута, игрок номер 6. Не могу найти третьего черного игрока. 7-9 – это черная команда. В истории игрока номер 9. Просто восьмой точно красный. Потому что 6, ну, я считаю, что 8 красный, я не знаю, точно, не точно, но он, я вот думаю, что он красный. 6, 8, 10 проголосовали у игрока номер 9. 9 считаю черный. Просто 7 сказал, что 6-9 по очереди уходит, но надо было ему там с собой потащить кого-то. Игрока номер 6. Плюс 9 называют 4 красный, скорее всего. Ну вот между 3-4, наверное, последний черный. Против 5 никто не играет. 8 считаю красным, 10 считаю красным. Вот такая вот история. Ну, без шерифа сложно мне будет разобраться. Четвертое, скорее всего, будет красным, потому что девятое не буду так тащить, будучи своей черным, правильно? По нулевому кругу. Когда я жестко втапливаю в четвертую, она начинает ее так тащить. 9-4 вряд ли черная команда. Плюс 9-7-5 ставят руку в меня. А ты говоришь, 6, кто третий черный? Действительно, я говорю, против от кого мне отказаться? От седьмого, от девятого своей черной, от кого? И 5-7-9 голосуют в шестую. Отлично, шестая черная у вас в команде, Мустафа. Я считаю просто тоже, что ты красный игрок. И у вас. Время. Минута, игрок номер 8. Сарказм. Кто мой? Не знаю, что. И я не знаю. Столярка номер 9. Выставлен. Ну, не знаю, в смысле тебя подозреваю, как бы, очень сильно. 3-7-9. Подозреваю больше всего сейчас. Ну, как бы, седьмой – это уникальный игрок. Кричит 9, кричит 6. Так руку поставь первую в девятого игрока. И проблем не будет в этой жизни. Девятый уйдет, как она сказала, с кем-то в баланс станет, и все. Сыграемся нормально. Нет, надо же усложнить жизнь с этими. Там бы не было. Четко было понятно, что девятая первая голосуется, а девятую руку ставишь. Поэтому 7-9 мы снимаем. 6-7-9, я думаю, нет такой команды. Уже нет. Что была? Могла, ты подозревал, что была, да? Вы подозревали. Они вместе в шестую голосовали, поэтому. Ну да, есть такая версия. А четвертая красная? 10 секунд. Чуть-чуть. Ну, самое вероятное, это 3-7-9. Ладно, послушаем, что у нас тут. Ребята, сложно, когда против меня не играет. Время. Минута, игрок номер 9. Давайте я вам спокойно попытаюсь объяснить, почему для меня Мустафа точно черный. Я играю на первый круг. 1, мне понравилось, как поговорил, 5, по вашему аргументу, 4, 8. 2-3 не играю, второй стреляется, я не поиграла 1, 2, 4, 5, 6, 8. Я прошу проверку седьмого, объясняю, что если мы седьмого вдруг найдем красный, я же знаю, он же со мной черный, я же знаю, что не найдем красный. Значит, 2-3 я уже сделаю красным. Я с кем черный за этим столом? 10-й черный. Я думаю, что седьмого ходил черный, но я не уверена в этом. Выставляю на голосование игрока номер 10. Что вы смеетесь? Вы еще в чем-то уверены за этим столом? 5-й красный, 3-й больше красный, 4-й мне нравится, как говорит. Поэтому я думаю, что
1, 3, 4 и 9 вывели черного игрока номер 7. А у них 7, 9 черные, но 7 мы выводить не хотим. 7, скорее всего, черный. Ну, я не знаю, просто в этом я не... 10 секунд. Не знаю, потому что Амахонда решил поделить. Я просто показала, что делим. Когда 3 голоса упало, можно было поделить 3-3-3, еще поговорить, дать еще больше информации. Время. Минута игрок номер 10. Да нечего оправдываться, игрок номер 9. Черный игрок, никого вы сейчас не убедите. Выставляю номер 9 на голосование. При этом раскладе князь. Выставим. 6, 7, 9. Я объясняю, почему не получается. Потому что реально они в шестую докидывают. 9 кричит на речи первого, что я, она говорит, я готова 7-го уводить, 7-го уводить, 7-го уводить. И не ставит в 7-го, а ставит в 6-го вместе с 7-м. Докидывает. Голоса не принимаются. А 7-й еще говорит, как не принялись голоса? Должны были приняться голоса. При этом раскладе. И ее голос уже потом ушел 7-го, потому что против 6-го ее голос не засчитали. Игрок номер 3 к вам. Это очень сильно окрасняющий ход, когда вы прям руку держите с первым, против кого проголосовать. Очень сильно окрасняющий ход, но вызывающий подозрение лично у меня. В общем, по этому раскладу у меня 6 сейчас почему-то может быть и красный вырисоваться. Если 7-9 черная, она готова была против 7-го голосовать, она не голосовала против 7-го, а он говорит 6-9 уходит по очереди. Он говорит 6-9 уходит по очереди, кого-то он черным еще оставляет за столом, если он готов 6-9 покинуть. 10 секунд. Поэтому 6 скорее всего красный. Игрок номер 8, вы красный, 5 красный. А вот 3-4 будем думать. Она четвертую вытягивает, может быть, четвертая будет красная. А 6-3 будем разбираться на следующий год. Сейчас 9 ходит, спасибо. Минута, игрок номер 3. Дело в том, что я согласен с уходом девятки. Теперь я вам объясняю, почему я точно красный. Давайте вместе подумаем, вместе со всеми вами. У нас рисуются самые подозрительные игроки 6, 7, 9. Наименее подозрительный из них игрок по номерам 7. И у нас голосование в первую очередь по 6, 9. И только единица ломает стол и говорит, что надо голосовать в семерку. Правильно? В семерку. Единица говорит. Я могу выгонять любого. Могу выгнать девятку, могу выгнать шестерку. Шестерка меня не слушает, я считаю черным игроком. Но я думаю, что если семерка тогда красный, тогда 6-9 вместе черные игроки. И надо от них избавляться. Если семерка красный игрок, я тоже не досчитываюсь этой мафии. И я думаю, что эта мафия вот. Да, ну у меня больше ничего не остается, лично у меня в голове. Ну вот я так думаю. Да, ну, скорее всего, мы ошиблись просто с ней по нулем. В общем, не важно. После того, как единица ломает стол, я вам объясняю, это очень важно. Единица ломает стол и говорит, что надо голосовать семерку. Я голосую вместе с ними и его ручкой. И семерка оставляет меня точно красным игроком. После того, как еще двойка оставила меня точно красным игроком. Я выгоняю семерку, которая меня считает точно красным. Время. Итак, высказались все. Попрошу убрать руки лок силового стола. На голосование было выставлено 2 игрока. Игрок номер 9 и игрок номер 10. Итак, голосование будет проходить в таком порядке. 9-10. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 9? Спасибо. 1, 2, 3, 4, 5 голосов. 5 голосов это большинство. Нас 6 человек, 1 голос отходит игроку. 3, 4, 5, 7. 2 голоса отходит игроку номер 10. Игрок номер 9, ваша прощальная минута. Игра не заканчивается. Десятый, точно черный, после меня уходит только десят. Я у него черная ушла вместе с седьмым. После меня поднимается только игрок номер 10. Вы красный, вы его поднимете. Считаю четвертую этим ходом больше красный. Я свой цвет знаю, она в меня руку не ставит. 10 черные. 3-10 черные. Я считаю, ну, седьмой точно черный ушел, игра не заканчивается. Десятый для меня черный. Угу. Между 3-6 получается, ну, смотрите, вспомните о том, что седьмой говорил. Он обращается к сарказму, он говорит, мне вас черным оставить? То есть он его черным не оставляет, хотя он ставит в него руку. И подумайте, вы дойдете, надеюсь, до этого. Десятый только после меня уходит. Только десятый. Любой, кто поднимется, у него я точно черный, и седьмой точно угу. черный. Все, уходит только десятый. 10 секунд. И вы у него точно черный, что? И у вас. Mm-hmm. А, ну вот, ну поднимается за мной десятый. А вы там поборетесь еще как. Считаю, что вот вы красные, меня все и сняли. И у вас время. Поаплодируем игроку номер 9. А на наш город опускается ночь. И только коварная мафия поднимает свои победы проходки на игроков. Номер 1, номер 2, номер 3, номер 4, номер 5, номер 6, номер 7, номер 8, номер 9. Номер 10. Мафия сделала свое дело, просыпается, гон ищет шерифа. Гон засыпает. Просыпается шериф, шериф ищет мафию. Утро было недоброе, был убит игрок, это снова был мужчина. Опять же, под четным номером, игрок номер 8, ваш печальный. Понятно.
Понятно, что восьмой сейчас появляется. Ну, просто мне стало интересно играть в мафию. Я как бы задумываюсь на разными как бы позициями. Третья, да, уходит. Три, пять, десять команд. Да все, короче. Я просто между 9 и 10, я же говорю, у меня позиция была, что нужно определиться. 2 в 2, если третий уходит. Игрок номер 3, первое предупреждение. Кому четвертому, кому еще? Шестой? 4-6, кто? 4-6-9? Я бы между 3-6 голосовал. В общем, слушайте 3-6 и... 6-7-9 нету. Ты только что доказал, что нету 6-7-9. Эл. Ну понятно. Подожди, между 6 и 7 9 кто красный? 7 красный получается. 6-9 черный, да? 3-6-9 это как-то. Короче, ладно, я бы между 3-6 голосовал. Я бы 4-5 не трогал, между 3-6 голосовал. 10 секунд. 10. Пусть будешь красный между 9-10. Ты. Выгнали. И у вас. Если черный, молодец. Время. Поаплодируем игроку номер 8, попадает на второй стол, свою минуту получает игрок номер 5. А, что-то, что-то где-то я в другом месте был. Давайте так подумаем. Тот расклад сарказ, при котором может быть 2-2, только команда 6-7-10. Это мое мнение личное. Ну, попробуйте мне переубедить, почему 6-7-10 черными игроками быть не могут. Или убедите меня в этой ситуации. 4-6 нет. Нет. Ну, я думаю, что нет. Вам вот князь, который ушел, сказал, что нет. Правильно? Правильно. Что такое? И что, мне ориентироваться на мнение игрока, который проверил игрока номер один? Ну, я не знаю. Когда вы на меня смотрите, я смущаюсь. Нет, да мне приятно, конечно, вообще. Я не знаю, что вы... Может, я какую-то хинею несу? Между 9 и 10, 9 скорее чернее была. Я это, стоит это признать. Поэтому выставляю игрока номер 3 на голосование. Принимаю. Сарказм. Объясните время своей речи. Окей, есть те игроки, которые вы собираетесь переубеждать, понимаете? И у вас время. Минута, игрок номер 6. 6-10 команды. Черный, единственный, в которой вы 2 в 2 можете проиграть. Сейчас 10-й говорит, что 6-я черная, уходя игроку номер 8. Игрок номер 10. Пожалуйста, я красный, не надо делать. Вот я не хочу проигрывать эту игру. Объясняю. Игроки. Просто для меня 9-я черная ушла. А игроки 9. 7 и 5 поставили в меня руку. Я ставила с игроком номер 8, красным игроком, я свой цвет знаю, и поэтому я 10-го считаю более красным, который 6, 8, 10 поставили в 9-го руку, а 9 называют 10-го красным, поэтому у меня 10 скорее всего, красный, а 10-го хочет от меня отбавиться. У меня последний черный между 3-4, я считаю, что 7-9, скорее всего, черная команда, потому что двойки черных я больше не вижу. Какая еще двойка черных? Третий начинает залезать на четвертый, четвертый думает, что третий, тебя назвали все красные, против тебя никого. Какая двойка черных за столом? Какая? Я свой цвет знаю. Вот я свой цвет знаю, голосую вместе с 8-м отстрелянным красным, с 10-м, который считаю красным, потому что он ставит руку в игрока номер 9, а игроки 9, 7 и 5 голосуют в меня, когда 7-й говорит 6-9 уходит по очереди, и с 9-й ставит в меня руку. Ну, короче, мне кажется, игра опять простая, вы сейчас начнете, но я думаю, что один черный за столом между 3-4. Я так считаю. Мя, минута, игрок номер 10. Нет, мы можем считать, что один черный за столом, давайте сказать из худшего варианта, что два черных за столом. 3-6 могут быть черными? Не могут быть черными. 4-6 могут быть черными? Не могут быть черными. 6-я могут быть с любым черным? Может быть черным. 3-4 могут быть оба черными? Не могут быть оба черными. Но вопрос в том, к шестому игроку. 9-й, уходя, вот для нее 6 черных. Она говорит, 10 уходит. 6-й хочет оставить почему-то игрок номер 9. Почему? А 4 голосуют вместе с 9 в 10. Говорят им, ну все же руки пошли. Да какая разница? Поставь со всеми. Поставь со всеми, Жума, руку против 9-го игрока. Зачем ты себя очерняешь? А она с самого начала вытягивала 4-го. А сейчас 3-й говорит, 4 более черный, 4 более черный. А потом говорит, 6, 10 черный. А сейчас 4, 6 рисуйте черный. Кто же черный сарказм? Кто? Я красный! Тогда 4-6 голосуем кого-нибудь, и скорее всего игрок номер 4. Она вытягивает. А вот вы уже против 6-й игрок. 10 секунд. Игра продолжится, что будем делать? Я тоже могу считать, что один черный за столом. Но двойка есть потенциально черный. И 6-й, вы в любой, может быть, с любым игроком. И 7-9 ставит в меня руку. Время. Игрок номер 6. Первое предупреждение. Игрок номер 3. Ваша минута. Мафия может быть, если она последняя осталась, то это может быть только четверка. Это точно не шестерка. Это может быть только четверка. Я выставляю на голосование игрока по номерам 4, я выставляю на голосование по игрока по номерам 6. Но я бы сейчас выгонял шестерку. И тогда мы точно не проиграем 2 в 2. Потому что, если для нас девятка ушла больше черным игроком, мамоход, да слушайте меня! Девятка, если у нас ушел черным игроком, то семерка с большой вероятностью у нас ушел красным игроком, который оставляет меня красным игроком.
Вы точно не можете сейчас по мне голосовать. Мы можем. Если я уже решил, я решил. И я ставлю на этом. Я ставлю 5-10 больше красным игроком. Я могу ошибаться по десятке сейчас очень сильно, потому что доверяю только пятерке. Но на данный момент, если я уже решил, что у меня девятка ушел черным игроком, который не хочет выгонять шестого игрока, а хочет выгонять только десятого игрока, то сейчас я буду голосовать только по шестому игроку. А дальше я буду голосовать по четвертому игроку. Потому что по-другому никак не складывается. Ну, либо я объяснил, уже две команды. Вы боитесь десятку? Время. Минута, игрок номер 4. Сейчас уходит только шестой игрок, выставляю игрока номер 6. Эу. Принимаю. А теперь внимание. У вас у всех шестая, во всех черных командах. Вы все ее готовы снять. Ага. А шестого выставляю только я. Никого это вообще из вас не смущает? Нет, ребята. Вот из вас кто красный? Вы все готовы снять шестого игрока, а шестого никто не выставляет из вас. А Махонда выставляет третьего, шестая выставляет не знаков вообще, по-моему. Вы выставляете меня, а вы тоже не выставляете, третий выставляет меня. Ну, то есть все хотят снять шестую, никто не выставляет. Уходит шестой игрок сейчас, да, в данной ситуации, потому что игрок, который может быть в двойках черных, один она может быть. Столом. Если один черный, игрок то номер 10, друзья, второй предупреждение. Как у вас может быть четвертый черный? Скажите мне, пожалуйста, как у вас может быть четвертый черный, когда я в наглую не голосую по девятому игроку, в наглую не голосую по девятому игроку, но при этом хорошо. 10 секунд. Это не смущает. Хорошо, а то, что я всем поставила руку и сломала, и не пытаюсь даже поделить. По факту. Я не попыталась поделить. Я для тебя черного игрока однозначно при девятерых сняла. И у тебя вас руку оставила. Время. Итак, только то, чтобы стол покинул игрок номер 3. Спасибо. Два голоса. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 4? Спасибо. Два голоса. И один голос отходит игроку номер 6. У нас перестрелка между двумя игроками. Каждый из них выскажется по 30 секунд. Первый был выставлен игрок номер 3. Игрок номер 3, ваш 30 секунд. Амахода, вы меня не слушаете, из-за этого ваши проблемы. Команда 4-7-9 вполне возможна, если вы считаете, что у вас... Вот вы уже решили, что один черный за столом. У нас получается, что и семерка ушел черным игроком, и девятка ушел черным игроком. Возможно ли команда 6-7-9? Вряд ли. Возможно ли команда 4-7-9? Запросто. Вы решили все вместе, что здесь один черный за столом, а вы сейчас меня собираетесь выгонять. Ну выгоните вы меня, а кого потом будете выгонять между 4 и 6? 6? Вы хотите выгнать 3 и 6? Это неправильная логика, Махонда. Так вы и проигрываете игры. Потому что я красный игрок. За столом точно одна мафия. Если вы так точно игрок уверены, то проголосуйте. Второе предупреждение. 4. И у вас время. Игрок номер 4, ваши 30 секунд. Ребят, еще раз. Если для вас 7 и 9, два черных игрока, игроки 6, 8 и 10 поставили три руки в игрока номер 9. Вы рассказываете, что игрок номер 3 принципиально после фразы первого, что ему категорически не нравится игрока номер 3, ловит руку первого. Я вообще сюда не смотрю. Я в ситуации, я в шестую руку не поставила, не поставила, а вас я не считала на тот момент черным. Куда моя рука уходит? В седьмого игрока. То есть я своего черного просто тупо снимаю, причем не самого худшего черного игрока, на секундочку. По вашей версии, однозначно черного игрока. И у вас время. Итак, на голосование было выставлено два игрока. Первым голосуется игрок номер 3, вторым игрок номер 4. Итак, ваши голоса за игрока номер 3. Спасибо. Три голоса за большинство. Игрок номер 3, ваша печальная минута. С кем? Шестерка? Ну идите, ну все проще было. Блин, ну это Махонда. Ну хорошо. Ну он меня перебудил. А вы не назвали команду в десятку. Вы считали 3-6 черными игроками. Я же и сказал. Я не назвала 3-6, я сказала 6 уходит. Игрок номер 4, первое предупреждение. А дальше? А Махонда бы все равно выгнал меня. Нет? А как бы получилось по-другому? Вы думаете, кто-то бы его сумел переубедить? Ну ладно, спасибо. И я объявляю победу мафии. Потому что